В 1949 году композитор Борис Макроусов на слова поэта Александра Фатьянова написал песню «Советских летчиков», которая была очень популярна в те послевоенные годы. Она так и называется «Мы люди большого полета». Я вспоминаю, что в те годы, когда мы слышали эту песню, то думали, что вот эти люди большого полета, это относится ко всем советским людям.